что обычно должны делать мамы, рядом была только бабушка. С Бернеттой приходится вести себя осторожно, потому что она враждебно настроена. Я могу рассказать, что она прикольщица, высокомерная, всезнайка. Но я не говорю этого, чтобы ее не обидеть. Хочется, чтобы она ослабила свою оборону, ведь я ее мама. Довольно часто мама говорит мне, я тебя люблю, но терпеть тебя не могу. Когда я начинала обдумывать всю сложившуюся ситуацию, я понимала, что я люблю маму. Эта ситуация задевает меня и разбивает мое сердце на кусочки. Всегда все начинают сваливать вину друг на друга. Но каждый вносит свой вклад в разрыв этих отношений.